Детское радио представляет. В одном болоте, а может уже и не в болоте, может в собственном доме или в городской квартире, живет знаменитая лягушка-путешественница. Ква, это я. Больше всего на свете я люблю ква-ква-ква. Кваникулы и путешествовать. Вот только утки, это несовременно. Меня отправляет в разные места нашей страны волшебный глобус. Да, это я так придумала. Меня ждут просторы России, самой большой на свете страны. Края необъятные с небом синим и реки такой вот ширины. Люблю путешествовать, в море купаться, вкусно поесть и в озера нырять, ходить по музеям и в горы взбираться. В общем, люблю я отдыхать. Каникулы. Лягушки-путешественницы. Вологде, где? Вологде, где? Лягушка! Привет! Лягушка! Лягушка! Ой, глобус, прости, я в наушниках, песню слушаю, а Вологде? Это прекрасная старая песня. Глобус, тут есть такие слова: в доме, где резной палисад. А что такое палисад? Это такой забор деревянный, изгородь. А почему он резной? Давай ты сама узнаешь. Отправляйся в Вологду искать кружевные дома и резной палисад. Кручу, верчу. А на каникулы лечу. А где же лягушка? А где? А в Вологде. Ну где же может быть лягушка? Конечно, в Вологде. Лягушка, ты хоть что-нибудь об этом городе знаешь? Кроме песни? Честно, нет. Помню, что Дед Мороз здесь недалеко живет, в Великом Устюге. Еще глобус сказал, тут дома ква-ква кружевные. Лягушка, Вологда – древнейший город с богатейшей историей. Здесь будто попадаешь в другое время. Тут очень много старинных храмов, монастырей и домов. Такое все уютно, кважется, как будто нарисованный маленький городок. Не такой уж и маленький. В Вологде живет больше 300 тысяч человек. По Вологодской области проложены километры газовых сетей компании «Газпром». А еще тут делают сливочное масло, которое известно на всю Россию. Так что жизнь на русском севере кипит. А бутерброд с маслом в Вологде и правда вкуснее, чем дома. Как раз я для прогулки подкрепилась. Пойду-ка вон туда, где купола блестящие. Это Вологодский Кремль. Раньше он был гораздо больше. Город был важным, через него шли большие торговые пути. Приказал построить Кремль в Вологде царь Иван Грозный. Да-да, тот самый. Вологодский Кремль должен был стать даже больше московского. Каждый год царь приезжал в город и следил за строительством. И вот однажды на Грозного здесь упал кусок кирпича. Царь разгневался и уехал, решив, что упавший кирпич – плохой знак, и продолжать стройку не стоит. А потом что? Позднее торговлю стали вести через Петербург, а не через Вологду, и огромная крепость перестала быть нужной. Так Кремль потихоньку разобрали. Но даже то, что осталось, восхищает. О, а вон там что, у реки? Памятник такой интересный. О, лягушка, это О. О? Как это О? Памятник букве О, потому что тут на севере часто окают. Это такая особенность речи. Вологодцы – народ с непохожим говором. О, такая ква-ква красивая эта буква, кружевная. Ой, мне же надо кружевные дома искать, а тут музей кружева рядом. Побежала. Вологодское кружево – старинное искусство. Местные мастерицы нитями создавали тончайшие сказочные узоры на платьях, салфетках, скатертях и даже целые картины плели. Ими восторгались во всем мире. Прелестно, прелестно. Ква,
Но на дома-то кружево не вешали. А ты внимательнее посмотри на старинные деревянные домики. Окна ква-ква красивые. Каждое окошко будто кружевом обведено. Это наличники. Вологодские мастера делали их виртуозно. С помощью простой пилы вручную они по дереву делали удивительные узоры, восхитительные завитки, затейливые фигурки. Из-за этих наличников у каждого дома свой образ, своя красота. О, и заборы! Заборы тоже ажурные. Да, лягушка, это резной палисад. Жалко, их не так много в городе сохранилось. Но в Вологде есть даже памятник резному палисаду. Нашла! Нашла! Ква-ква! О, лягушка вернулась с гостинцами. Вот, вологодское кружево и вологодское масло. Глобус, пошли скорее бутерброды делать, а то растает, оно такое мягкое, настоящее. А потом к новым ква-ква-кваникулам готовится. Меня ждут просторы России, самой большой на свете страны. Края необъятные с небом синим и реки такой вот ширины. Люблю путешествовать, в море купаться, вкусно поесть и в озера нырять, ходить по музеям и в горы взбираться. В общем, люблю я отдыхать. Каникулы. Лягушки-путешественницы.